почему у меня внезапно иногда выводится другая моя система. Ну ладно, так, в Danger Zone нельзя апгрейдить свой корабль. Блин, мне начинают сносить очень много периодически. Окей, intruders detected. Отлично. Вы туда, вы туда. Еще интрудеры? Вы издеваетесь? Ребят, мне кажется, что это многовато. Но как бы я не могу отступать. Да зря я попёрся в этот сектор, серьезно. Это было как... Это чересчур хардкорно для меня. Too much hardcore for me. Так, если я отправлю своего капитана, то... Ой, беги. Беги с поля боя. Блин, они мне подожгли кислород своей ракетой. Беги туда. Так. Блин, они мне сейчас оружие еще сломают. Пипец. Так, я снова сломал оружие. Но они скоро сломают мое оружие. Блин. Сломай таким. Просто если посылать, то посылать всех вместе. А так они мне сейчас, конечно, все оружие к чертям выдолбят, это я согласен. Я стану абсолютно беззащитным. Я еще и даже не уклоняюсь, нифига. Так, ты туда. Так, у вас будет такой небольшой мобильный отряд, вы как бы полетите. Ну как бы. Все, побежали. Давайте, evasion, evasion, evasion. И ты тоже туда. Ух ты! Так. Осушаем, так сказать. Кислород убираем. Так, отлично. Я походу по ним прошелся с помощью артиллерии бима, повредил им щит. О, отлично, они вернулись все на корабль. Хорошо, что хоть их ракета на этот раз промазала. Можно возвращать. Так, нужно всем быстро разойтись по своим местам. Ты сюда, ты сюда, ты сюда. Разбежались. Промаж, промаж, промаж. Черт, камеры, да ё-моё. Ну хорошо, пусть пойдет Чарли потушит, у него иммунитет к огню. Огонь из всех орудий. Они заряжают свои FTL-генераторы. Ах вы гады. Я не приму ваше сдатие. Вы сдохнете, твари. Вы у меня сдохнете, понятно? Вы ответите за все свои... У них там, походу, загорелось, потому что там у них красный стал огонь. У них сейчас нет оружия вообще. Давай. Есть, все, вырубил. Убил. Много скраба. Щип. Да. И да. И... Как бы мне нужно еще. Да. Файербим. Вещичка хорошая. Протянули, слушайте, мало хп. Давайте вернемся в магазин. На свой страх и риск. Но хоть как-то починюсь. Так, джамп. Полетели отсюда нахер. Быстрее. О, господи. О, бонус, отлично. Я только улетел из магазина. Замечательно. Логика прямо на высоте. Ничего нового, окей. Ой, я только что заметил, что у меня команда... Нет! Нет, мой капитан! Чё? Нахрена я это сделал? Блин! Я лишился капитана, отлично. У меня еще полкоманды полудохлые. Ну, ребят, ну это совсем хреново, вы понимаете? Где я найду еще такого опытного капитана? Пипец. Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Окей, обстоятельства пришли. И они в гребаный клоакинг систем. Давай, давай, выводи из строя, мои. Бля.
С какой скоростью у них стреляет это ЭМИ оружие? Охренели, твари! Нет, ну вы охренели. Ну, хоть попал, знаете. Так. Ты, беги туда. Восстанови ее. Too much hardcore for me. Man. Вот это ЭМИ оружие, я просто по себе знаю, настреляет с невероятной скоростью. Я просто как-то играл за корабль Энги, у них до самого начала дается это орудие. И оно очень быстро стреляет, очень быстро перезаряжается. Так, кто у меня? Ага, у меня Карис прокачался до золотого движка. Отлично. Окей, теперь у них работают ракеты, но не работают эти самые. Отлично, он пульнул ракеты и улетел. Ах ты засранец эдакий. Ничего, как только выйдешь, я тебе снесу щиты и долбану вот этим. Сейчас. Так. Отлично, щиты я ему снес. А теперь я тебе вот так вот по Cloaking System прямо и по движку. Огненным лазером. Все, у тебя там все должно гореть теперь, к чертям собачьим. Я еще и фарбим прошелся. Но у них там еще и гореть все должно сейчас. Ах ты, сука, кислород вывел. Ну все, ты меня достал. Огонь! Сдохни, мразь. Too much hardcore for me. Реально перебор. Так, валить надо отсюда. Поскорее в какой-нибудь магазин. Хорошо, что следующий сектор у меня Pegasus Missile. Это что, еще и... А, это ракета. Понятно. Так, jump в next sector. Engie control sector. Отлично, Engie они... Полудобрый, полунет, но... Лучше бы они были добрыми. Так, у меня очень мало топлива, поэтому... У меня два топлива всего лишь. О, фьюл 2! Ну, прям праздник, народ. Мне нужно сейчас поскорее найти магазин и купить там... Apologize... Continue on... О! Магазин, отлично, мне нужно топливо купить, иначе просто если я заглохну посреди дороги, знаете, как это будет ужасно? Я могу, кстати, купить кого-то, ну ладно. Так, отлично. О, они... Да. Take soul. Sell. Так, отлично. Я могу, кстати, купить вот эту штуку. Кстати, просто такая, он такой классный чувак, он дает энергию на ту систему, с которой работает. То есть, допустим, если я его поставлю на движок, то он будет давать одну ячейку энергии на движок. И так далее. В принципе, мне больше ничего не надо. Давайте полетим. Я закупился топливом, хотя на самом деле маловато. Listen to the offer. Игрит риски. Ага, окей, мне дали квест. О, он за это близко, ну слава богу. Так, полетели. Ой. Ага, смотрим, что у них. Лазер, ракеты. Телепортироваться ко мне не будут. Ну, замечательно, уже хорошо. Так, ребятки, работаем. Заряжаем систему. Потому что надо... Ой, ракета! Да почему все по камерам стреляют? Беги быстрее. Так. Подожди, совсем чуть-чуть до фаербима осталось, когда он зарядится. Отлично, давай. Отлично. Так, и теперь... Так вот. Фаербимом. Так, ты у нас прокачался до зеленого оружия, отлично. А у них там все теперь должно гореть, отлично. Да, у них горит, даже... У них и здесь горит, у них везде сейчас должно гореть. Главное, что у них щит горит. Так, давай двумя залпами по системе контроля дрона. Я еще там им и кислород выпускаю. Сейчас еще им пущу огонь в кислородный отсек и в рубку. У них теперь весь корабль просто должен пылать. Так, у них восстановились ракеты, а я ракеты загасил. У них горит весь корабль сейчас. У них весь сейчас корабль горит. У них сгорел двигатель, у них... И я еще и артиллерии добил. Тут магазин был?
Прикольно, прикольно. Ну что ж, я топливо покупаю, ребята. Мне топливо нужно. Так, здесь есть два чувака. Просто мне бы понадобились штурмовики, потому что на меня когда-нибудь нападут. Да, я, пожалуй, куплю одного. И ты у нас Чарли. Что ты делаешь? Так, нет, пойди туда. Ты у нас будешь в ближний бой, все-таки ты уже практически полностью прокачался до ближнего боя. Поэтому давайте заглянем в магазинчик еще один. В принципе, мне не влом. Дрон контрол, антищип, дрон Марк 2, крю телепортер. Топливо, ребята, топливо. Топливо, топливо, топливо всем. Давайте, а кто тут у нас? Энги Треворс. Ну, никого, в общем. Так, летим дальше. Оу, да, детка, заряжай оружие. Так, у них тройной щит, ребята, это серьезно. Мне нужно палить по их щитам. В первую очередь по их щитам. Так, Джек, все готовы. Хорошо, что у них оружие говно. Так. Не-не-не, стоп, отменить. Нужно зарядить фаербим сначала, чтобы еще и огнем пальнуть. Есть! Давай. Подождите, фаербим прошел сквозь? А что это за орудие, я не понимаю такое. Оно прошло сквозь мои щиты. У меня было нахрена щитов, но зато я им огнем еще прошелся. Я им кислород, но точно поджег. Так, Чарли, иди чини. Ой, зачем я отключил, блин? Блин, промазал еще. А, нет, смотрите, видимо, просто у меня тогда щит отключился, потому что на мне там астероид налетел и прочее. Да что ж такое? Так, отлично, и я еще успею пройтись. Отлично, я им еще и поджег что-то там. Да! О-о-о! Заряжать свои генераторы, да-да-да, заряжайте, заряжайте, ребят, я уверен, у вас все получится. Так, а мочи туда. И ты туда, что туда. Как только попадешь. А, нет, ребята. Отлично. Да, вот хорошо, что я все-таки не поддался и убил, потому что на самом деле это лучше получилось. Так, все у нас живы-здоровы, отлично, джампаем. Джампаем отсюда поскорее. Ой. О, бонус! Здорово. Преимущество доброго все... Так, продать ракеты... Нет, вот ракеты я продавать не буду. Преимущество доброго сектора, что он позволяет расслабиться чуть-чуть. Так, вот это я могу использовать. Вот, да. Так, спасибо, ребята. Pirate Control, Pirate Control. Мне, в принципе, и так я лечу в сектор подконтрольный пиратами. Ну что ж, давайте полетим сюда. Да. Ну что ж. Ауе, пираты, готовьтесь. Комарик уже летит к вам. И вам не поздоровится от его корабля. Try to shield you, escort them to the field. Окей, мне дали бонус. Замечательно. Давайте полетим через сектор, где много скоплений. Звездник. Improved weapons. Fire warning shot. Strongest weapon. О, мне дали еще один бонус.